В преддверии праздника Победы власти Уральска решили сделать подарок ветеранам Великой Отечественной войны. С 1 мая их полностью освободят от всех коммунальных платежей. Расходы возьмет на себя городской бюджет, которому платежи обойдутся в сумму свыше 12 миллионов тенге в год. Такое решение приняли депутаты Маслихата Уральска на очередной сессии. По их словам, заслуги ветеранов неоценимы, и нынешнее поколение перед ними в неоплатном долгу. В городе сегодня проживает 232 участника ветеранов Великой Отечественной войны и 27 узников концлагерей и блокадников. Я думаю, это будет существенной поддержкой для наших ветеранов. Мы очень гордимся и чтим их заслуги, поэтому вот такая мера поддержки была предусмотрена. С удовольствием узнали о том, что будут еще предоставлены дополнительные льготы ветеранам по коммунальным делам. Это очень радостное событие.